ходе встречи с генеральным директором Европейской комиссии Матьей Поповским обсудили возможные шаги со стороны Европейского союза в отношении режима Лукашенко. Обсуждался вопрос введения дополнительного пакета санкций. И это неминуемый шаг. Режим не прекращает репрессии. Соответственно, Европейский союз не будет прекращать свое давление. Обсуждался вопрос кризиса миграционного, который создан режимом на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Завтра будет опубликовано первое решение, которое в последующем будет, как предполагается, рассмотрено, утверждено Советом Европейского Союза. Это будет первая реакция на инспирированный диктатурой кризис. В последующем следует ждать и дальнейших шагов. Ждем новостей.